Совсем недавно на политической арене страны и нашего города появилась белорусская партия «Беларусь», которая провозгласила себя партией народного большинства и консолидирующей силой страны. На учредительной конференции председателем Совета Пинского городского отделения белорусской партии «Белая Русь» единогласно избран директор государственного предприятия «Пинскводоканал» Сергей Куницкий. Накануне праздника Дня города мы встретились с Сергеем Викторовичем, чтобы узнать его мнение о том, каким встречает Пинск свое 926-летие. Основанный во глубине веков, город сегодня живет и развивается. Город богат своими историческим прошлым. На протяжении своего развития он неоднократно переживал не самые лучшие времена, вновь восстанавливался и возрождался. Также у нас очень крепки национальные и духовные традиции. Компактно проживают представители разных национальностей, представители разных вероисповеданий. Как лидер Пинского отделения белорусской партии «Белая Русь», как руководитель предприятия и как житель города, Сергей Викторович ценит все, что проделано горожанами и местной властью для роста благосостояния пинчан, развития Пинска. Сегодня социально-экономический комплекс города, он широко представлен и находится в своем развитие сегодня успешно функционирует и промышленные предприятия, предприятия строительства, связи, транспорта, предприятия жилищно-коммунальных услуг. И я, как представитель Пинскводоканала, сегодня в первую очередь озабочен тем, на каком уровне мы предоставляем жилищно-коммунальные услуги населению, и ежедневно, ежечасно думаем о том, как повысить качество предоставления этих услуг. Каждый из тех, кому вручен членский билет белорусской партии «Белая Русь», понимает важность своей миссии и причастен к большим и малым делам во благо государства. А потому они всегда в гуще важных общественно-политических событий. Сегодня очень широко в городе представлен комплекс образовательный. Эффективно функционирует здравоохранение. Большая работа проводится сегодня по строительству и реконструкции объектов здравоохранения. Пинчане, как и вся страна, работают на свое развитие. Все о том, о чем я говорю, это является и созвучно тем целям и задачам, которые стоят перед самой молодой политической партии в Республике Беларусь. Наша основная цель – это консолидация общества. А пинчане сегодня работают на развитие своего города, своего региона и, безусловно, на развитие Республики Беларусь. В эти праздничные дни я хочу поздравить жителей нашего города с этим праздником, пожелать им благополучия, удачи, успехов в делах, решении всех насущных своих проблем и вопросов, и хочу пожелать им, самое главное, тепла и уюта в их домах, мира и добра. Всего самого доброго.